Подать знак. С начала этого месяца вступили в силу очередные новшества в правилах дорожного движения. Теперь эксплуатация транспортного средства с шипованной резиной запрещена без соответствующего указания на заднем стекле автомобиля. Обязательным стало обозначение специальными знаками автомобилей, за рулем которых человек со стажем вождения меньше 2 лет. Также законодатель обязал автомобилистов использовать знаки «Дети в машине» и «Глухой водитель». Данные опознавательные знаки устанавливаются прежде всего для других водителей. Шипы предупреждают других водителей о том, что на данном транспортном средстве установлена шипованная резина. То есть тормозной путь данного транспортного средства может быть увеличен, поэтому следует быть внимательным, когда видите на дороге такие автомобили. Соответственно, другие знаки, как водитель, начинающий водитель, да, также предупреждают водителя, что у данного водителя со стажем вождения до 2 лет достаточно мало опыта вождения и может всякое произойти на дороге. То есть нужно установить эти знаки таким образом, чтобы другие водители их видели. Как правило, их устанавливают на заднем стекле. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Ивановские автолюбители пока не спешат обзаводиться наклейками, но придется. Госавтоинспекторы уже начинают штрафовать не обозначенных должным образом водителей-новичков.